15-я мышка. Я вообще зашла, он тут не гоняется. Я его на улице ищу, а он, оказывается, уже домой прискакал. Мышонок. Эля с соседкой. У соседки на лавочке трындычала, как раньше было. Вот нажала, что-то мутное было. Вообще хороший фотик Сони, но что-то у него на жопке уже так, а уже дожирает эту мышку. Отваливается. Пластик дешевый, наверное, ломкий очень. Не знаю, надо будет как-то чем-то засобачивать. Может, Герасим, когда явится со своей командировки, может, он знает, как это можно заделать. Спрошу его. Ну или вообще отзафотку и скину потом куда-нибудь. Тот же его контактик. Сожрал и ищешь продолжение? Не. Овощи жарятся. Лежали в морозильнике с прошлого раза. Вообще меня человек маленький угостил печененькой. И как бы перебил, можно сказать, голод. Ну, наверное, надо все же немножко покушать. А еще я напоролась на кабана. Ну, я надеюсь, там звук записался на экшн-камеру моего рассказа трехминутного. Выкопала я таки сегодня чеснок, но на самом деле у меня, хоть и вилами и копала, земля очень твердая, каменная практически. Выкопалась у меня с головками только 4 штуки. Остальные штук 5 или сколько их там. Так, сколько у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5. 6-7. Короче, сейчас еще 3 штуки у меня выдрались просто уже без головок. Ну и головки совсем малюсенькие. Вот это самое более-менее светлое было. Я не знаю, как его вообще обрабатывать. Сначала решил немножко помыть. В общем, вот. Я тут с одной стороны вроде спать хочется, но я с соседкой обсуждала такую тему, затронули тяжелую. Что у меня сначала глюки тут ловились по всему дому. А потом еще приперся дядь Толин кот белый, такой не совсем белый. Раньше он ко мне приходил, я его гладила, и я одно время думала, что это кошка, пока однажды этот кот не пометил кустик. Ну, сразу стало ясно, что это не кошка. И вот он приходит, он, может, и хочет погладиться, но так как ему, видать, не нравится, что тут еще кот образовался, то, конечно, у них тут стычки. В общем, вот, кот такой большой, белый, пушистый, мяукает. Но оказалось, кошка приходила, та, которая кошка, откликается на кошку. Я дядя Толя вчера спросила, оказалось, что она приходила, потому что там собаки, ну, в общем, сестра приехала с собаками в гости погостить, сегодня уехала, и вот кошки просто боялись в дом войти, потому что там собаки внутри были и лаяли. Ну и как-то вот, она сегодня уже не пришла. У меня там несколько картошинок, кусочек такие, несколько вареных картошинок было, я положила, думала, что она съест, но она уже не приходила. Не знаю, может, ежик съест. Хотя оно лежит не совсем в том месте, где ежик обычно это ест. Ну, мало ли, может, ежик увидит и унюхает и съест. Я, да, вот карандаши. У меня, правда, ни ластика, ни обычных карандашей нету. И замазка, которую я тут оставляла специально, почему-то у меня так и не нашлась. Да, тут старые листочки. Листочки со старыми записями, там что-то, какой-то видос записать уже записанный, лежат у меня тут блокнотика. Ну и, короче, так как мой почему-то замазка не нашлась, моя, не знаю, куда ее дели, хотя я на верхней полке в горке разобралась вчера, на всякий случай думала, вдруг может найдется. Ну, в общем, немножко мне это проблему составило. А так как вроде как просили СМР порисовать, и я вроде даже пообещала, я сначала подумала ручкой, ну... В общем, взяла вон там карандаши, которые есть. У меня тут бумажка какая-то есть. Сейчас попробую, может, порисовать. Хотя что-то мне тихо вырубает. Ну, может, получится. 16-я мышь. И 14-й день бытия в деревне. Приволок так мяк-мяк. Я говорю, жрать, что ли, хочешь? Я говорю, тише, жрать хочешь, иди поешь. А он так пшик. И она еще не чуть-чуть, ну, совсем чуть-чуть шевелилась. Такие предсмертные судороги, наверное, были. Вот, судороги бывают разные.
предсмертные просто и эпилептические, как мне вчера сказали. Вот у мышки были, наверное, предсмертные. А Фотик, оказывается, разряжается. У нас чуть больше часа до выхода из дома, и кот страдает. Я его еле нашла, точнее, он не откликался, и я сидела в гамаке, клинила, и он, значит, вышел откуда-то. И оказалось, что он сидел во дворе и сторожил там мышь. И вот сейчас опять ну, до этого я его выпустила, но так как его же хрен дождешься, он только на сковородку у меня откликнулся, как то я сказала, мясо, молоко, вкусняшка, не знаю, что он понимает, но как-то он реагирует. Короче, вот я тут этот, у меня вчерашняя мята, я ее разобрала от мелиссы, и, как ее там, уже практически все убрала, осталось только она одна по ходу дела. Мальвы, еще краставник был. Я ее положила вот в эту тарелочку в итоге, когда уже все разобрала. Думаю, может ее сделать спрессованной. Потом думаю, фиг знает, бывает ли ферментированная мята перечная. Че вы орете, товарищ? Тиша, ты же знаешь, что если я тебя выпущу, то я тебя потом не поймаю. А один ты тут не будешь жить. Че, тебя дядя Толя будет кормить? Вряд ли. Кто тебя от котов будет защищать? Мяу. Иди сюда. Мышь твоя из этого, как вот там, двора или горницы, никуда не денется. И, в общем, вот я перевернула сейчас тарелочку, у меня вот такой практически спрессованный, почти зеленый мятный пуэр. Почти пуэр, практически пуэр. Пуэр в том плане, ну вот этот, прессованный типа чай. В общем, вот, я даже решила это записать. Вот у нас тут протеста ради попытались подрать обои. Но это ему не удалось в процессе, ибо на него тявкнули. Хочет он мышку, хочет он мышку. Самое интересное, что он ждет эту мышку, не факт, что она вылазит. Он иногда ночью целую сидит, а эта мышка не вылазит. Хотя иногда мышка бывает тупая и наглая, вылазит при наличии кота, и он ее цап. Почему-то я тут в одну салфетку завернула. Спасибо за салфеточки тетя Варя Ескина. И вот сейчас, так как она у меня там не полностью завернулась, я вот сейчас в эту вторую салфеточку заверну. Корм мы в этот раз жрали прилично. Да, Тиша? Хоть и мышек жрали, но еще и корм жрали. И придется нам сюда новый корм привозить, потому что мало корма. Не нравится ему тут. Мне нравится. А мне так очень нравится, когда я тут всю деревню обегиваю в поисках кота. А кот куда-то заныкался в сенях. В избе. Не, в избе-то некуда заныкаться. Тут если только за диван. Ну, один раз в диване спал. За диваном. Во дворе торчит. И фиг откликается. Да, кот?